Сегодня на МТЗ завершилась подготовка к пробегу и испытанию новых моделей. Технику оформили и отправили в Витебскую область, где и пройдет гонка. Соревноваться будут модели «Беларусь-35-22». Самые мощные из тех, что уже выпускают серийно. 7 экипажей определят самого быстрого на дистанции 15 километров. Трасса пройдет между деревнями Париж и Мосор, почти повторяя название легендарного ралли. Мы выбирали ее таким образом, чтобы она была наиболее живописная. Там будет несколько спецучастков. Это будет гонка по перепаханному полю, это будет штурм водных препятствий, это будут лесные тропы, довольно разбитые. Ну и на финише мы планируем еще одно состязание устроить, что-то вроде тракторного футбола. То есть для того, чтобы финишировать, надо будет огромный надувной мяч трактористу загнать в финишную арку и таким образом продемонстрировать не только мощность и выносливость техники, но и также мастерство управления ее. Показать Европе, на что как бы способна Беларусь. Что есть завод, есть техника, которая может конкурировать. Гонка состоится в субботу. Под номером 2 на трассу выйдет трактор с логотипом телеканала ОНТ.